другим темам. Вид на Волгу сквозь мусорную свалку. Такую картину в районе поселка Улиши уже несколько лет наблюдают саратовцы. К нам обратилась житель заводского района Ирина Силонова, которая возмущает состояние прибрежной полосы. Заросли сорной травы на каждом шагу, остатки пикников на обочине и мусор, который оставляют после мытья своих машин автомобилисты. Спуск к Волге в районе Улишей ближайший для жителей отдаленного района, но сейчас горожане лишены возможности прогуляться и полюбоваться видом на реку. Неравнодушная саратовчанка пыталась очистить территорию вдоль Волги собственными силами, но поняла, что одиночные субботники – это не выход. Обращение в официальные инстанции ничего не дали. 21 июня я обратилась в Росприроднадзор, то есть сообщила им об этой несанкционированной свалке. Прошло 2 месяца, как видим, ничего не изменилось. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь была набережная, потому что здесь достаточно большой микрорайон. Люди хотели бы выйти здесь рядом с домами, полюбоваться красотами нашей Волги. Но мы будем надеяться, что когда-нибудь это случится. Но в любом случае, вот этого безобразия не должно быть даже сейчас.